В международном конкурсе «Все краски мира» детской художественной школы города Кумертау участвует в третий раз. В конкурсе школа представила 10 работ учащихся. Это не за один день выполняется. Дети готовятся специально к конкурсу, работают над темой, обдумывают сюжет. Очень длительная работа идет, подготовительная, и только самые удачные, то есть от школы, если 380 учащихся у нас работают над конкурсной программой, 10 работ только мы выделяем из коллектива, отправляем на конкурс. Среди 2500 представленных картин работа Алены Маленковой «Как на масляной неделе» и Марии Широких «Рыцарский турнир» удостоена диплома лауреата первой степени. Дипломом лауреата второй степени награждена Анастасия Пономарева за работу «Праздник Пресвятой Троицы». Ряд учащихся отмечены грамотами и получили сертификаты участников фестиваля. Победа учащихся – это очередная оценка труда юных художников и их педагогов. Я думаю, что мы можем стремиться к дальнейшему росту, то есть сравнивая работы своих детей, своих учащихся, наблюдая за их ростом. И это стимул для остальных учащихся, которые подрастают и смотрят на тех ребят, которые уже побеждают в конкурсах.